Сегодня мы поговорим о специальном тренировочном методе, о деревянном манекене. Деревянный манекен, или на китайском языке, мукьян джонг. Мукьян обозначает дерево, джонг – манекен. Деревянный манекен – наиболее важная часть системы Винчун. Раньше, в старые времена, манекен вкапывали в землю. Точнее, в землю вкапывался цилиндр диаметром чуть больше манекена, и в него потом вставлялся манекен. Таким образом, в отличие от просто вкопанного в землю бревна, он не был жестко закопан, а был несколько подвижен. Когда Ип Ман переехал в Гонконг, возникли проблемы с установкой манекена, которые обычно вкапывали во дворе. Естественно, в таком городе, как Гонконг, ставить манекен во дворе нереально. Ип Ман был творческим человеком и переработал конструкцию, точнее метод крепления. Сам манекен остался без изменений. Ип Ман подвесил манекен. К стене крепились две вертикальные балки, к которым, в свою очередь, крепились горизонтальные две доски, на которые и вешался манекен. Изменив таким образом конструкцию крепления, Ип Ман убил двух зайцев. Первое, не нужно было вкапывать манекен, и что не менее важно, при такой конструкции крепления, когда манекен вешался на двух досках, он стал еще более подвижен. Деревянный манекен не статичен, это очень подвижная конструкция. Отверстие в манекене для крепления рук и ног несколько больше диаметром, чем сами руки, из-за чего руки и нога в манекене имеют некоторую подвижность. Кроме того, и само бревно имеет люфт из стороны в сторону, а также вперед-назад. Таким образом, манекен – это не жесткое бревно с руками и ногой, а достаточно подвижная система, моделирующая противника. Манекен сделан для отработки техники Винчун. Многие считают, что манекен используется для отработки ударов и по нему жестко бьют. А некоторые думают, что манекен предназначен для набивки рук. На самом деле это не так. На манекене отрабатываются определенные комбинации. Но это даже не основная задача деревянного манекена. Тренировка на манекене несет очень много навыков и знаний. Немного расскажу об устройстве манекена. Манекен имеет две верхние руки и одну руку на среднем уровне, а также ногу, моделирующую ногу противника. А две верхние руки моделируют атаку на верхнем уровне, средняя рука моделирует атаку рукой или ногой в область живота, ну то есть средний уровень. На манекене прорабатывается всевозможная работа рук и ног. Начиная с защиты верхнего уровня, мы переходим на средний, нижний, ногу и опять на верхний. Основной задачей манекена является корректировка техники. Манекен, он как учитель, помогает корректировать технику и позволяет правильно ее использовать. Очень важно, чтобы манекен соответствовал размеру того, кто на нем практикуется. Не имеет смысла тренироваться на манекене, который рассчитан, например, на человека меньшего или наоборот большего роста. Также я много раз видел, как верхние руки манекена расположены так, что одна чуть выше другой. Это, в свою очередь, на юге Китая, в Фатшане. Руки на этом манекене находятся четко на одном уровне. Они одна ниже, а другая выше. Тренируясь на манекене, мы не сможем нормально отрабатывать технику, если одна рука будет выше другой, так как манекен и техника должны быть симметричны. А также очень важно, чтобы руки не были очень широко раздвинуты. В Винчун мы делаем большинство движений по центральной линии, так же, как и защищаем в первую очередь нашу центральную линию, используя, например, такие техники, как бонгсао и гансао. Если верхние руки манекена будут расставлены слишком широко, вы не сможете нормально отрабатывать технику, так как вам придется держать и ваши руки слишком широко. Поэтому очень важно, чтобы верхние руки манекена имели правильное расстояние между ними. Тогда будет возможно правильно выполнять технику, передвигая руки по центральной линии. И имея правильно сделанный манекен с правильными соответствующими вам размерами и зная, как отрабатывать технику, манекен будет корректировать вас так же, как и ваш учитель. Техника манекена изучается после изучения техники Билдзе. То есть, когда вы изучили всю технику Винчун без оружия, вы переходите к тренировкам на манекене. Раздел техники «Деревянный манекен» – это последний раздел техники Винчун без оружия. На этом уровне, на самом деле, мы изучаем две техники. Мукьян джонг, собственно, деревянный манекен,
И после этого мы изучаем технику муйфа-джонг. Это техника пяти столбов. Так, специальный тренажер, представляющий собой пять столбов, расположенных на земле, на которых мы отрабатываем передвижение. Широкое распространение в кинематографе и во многих школах единоборств получил деревянный манекен Винчун Мук Ян Джонг. Многие считают, что основная задача деревянного манекена – это отработка силы ударов, то есть использовать как макевару, и наработка связок. На самом деле это вторичные задачи манекена. Основная задача техники деревянного манекена – это целый пласт, целый раздел техники. Это шлифовка техники, то есть корректность ее, тренировка углов защиты и атаки, нападения. А также на деревянном манекене на данном этапе подготовки, обучения, то есть тренируется так называемая упругая сила. Это специфическая работа бедер. Сейчас я это вам продемонстрирую на деревянном манекене. Деревянный манекен Винчун имеет три руки. Две верхних, одну среднюю. Причем верхние находятся на одном уровне. Ноги ошибочно располагают их на разных высотах. Причем деревянный манекен выполняется конкретно под каждого человека, под его размеры персональные. Также на манекене есть нога. Распространенное заблуждение, что многие считают, что это правая рука, это левая. Нет, на самом деле палки Винчун или руки, да, это всего лишь направление. Данная рука может быть как правой, так и левой. Винчун очень важно занимать правильное положение противнику и отклонять атаку противника на минимальный угол. То есть, когда я блокирую, я должен перенаправить или срезать атаку противника себе в область плеча. Или техника Бонг Сао. В принципе, если мы продлим палку, то будет видно, что я занял правильное, корректное положение. Атака, линия атаки. Причем при выполнении техники мне безразлично, какой рукой сейчас атакует противник. Правая это рука или левая рука противника. Также Винчун – система ближнего боя. У нас нет амплитудных движений, и для того, чтобы увеличить силу удара, мы используем так называемую упругую силу. Упругая сила – это специфическая работа бедер. Это работа бедер, это упругая сила, мы тренируем ее именно на деревянном манекене. Корректную дистанцию, которая должна быть не слишком большой и не слишком близкой. Во-вторых, это координация работы рук, ног и тела. И в-третьих, это отработка комбинаций. Даже не столько комбинаций, сколько наработка навыков перехода из одной позиции в другую, от защиты к атаке, от одной атаки к другой и к защите. Техника деревянного манекена состоит из 8 разделов. В каждом разделе рассматривается определенная техника. Включая первую и четвертую секцию техники деревянного манекена, техника содержит различные методики ударов ногами. После изучения техники деревянного манекена изучается формальный комплекс, то есть специальная техника под названием «8 ног», которая целиком посвящена отработке ударов ногами. В форме 8 ног собраны все техники, все ударные техники ног, которые есть в самой форме деревянного манекена, а также содержатся некоторые новые техники. Форма 8 ног выполняется также на деревянном манекене. Это специальный комплекс для тренировки ударов ногами. Техника ударов ногами в форме 8 ног комбинируется с техниками рук. Например, такими техниками, как танда, гаун сао, као сао, удары ладонями и папай. Папай, кстати, весьма эффективная техника. Тренировки на манекене дают вам большие навыки для реального боя. Так вы тренируете, в первую очередь, углы. То есть углы входа и защиты.
силу удара, так называемую упругую силу, которая представляет специфическую работу бедер. А также приобретаете глубокие навыки по координации рук, ног и тела. Техника деревянного манекена, та же, как и техника муйфаджонг, техника пяти столбов, помогает вам отрабатывать передвижение. Техника деревянного манекена – это самая продвинутая техника винчун, которой завершается обучение винчун без оружия. И изучив все техники, предшествующие деревянному манекену, вы должны приступать к изучению самой техники деревянного манекена. И постоянно тренируясь на нем, вы достигнете больших результатов как бойцы. С тех пор, как грандмастер Ип Ман передал мне свои знания Винчун Куэн, я добросовестно и старательно развивал полученные навыки в течение 50 лет. Я полностью передал все свои знания своему любимому ученику Дональду Маку, не скрывая от него ничего. Мое желание стоит в том, чтобы Дональд Мак сохранил это наследие и непрерывно развивал Винчун. У Дональда есть ученик из России, Анатолий, который успешно развивает нашу ветвь Винчун. Я очень рад видеть и приветствую развитие Винчун во всем мире.